Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем здесь награду. Здесь откроем пак. Что нам тут выпадает? Мана-лафазавр ДНК, отлично. Так, 15 очков доверий в копилочку. Еще разочек. А здесь что нам выпадет? А ничего, ДНК в основном. И опять же 15 очков доверий в копилочку, быстренько. Так, все. Заберем хавчик. Замечательно. Так, денежка. Забираем с тобой награды. Так, потратить монеты. Использовать ускорение, два мода. В общем, все по стандарту. Что у нас по событиям? Будьте добры. Ага, защитите свою территорию. Плюс эволюционная борьба. Супер микро ДНК. Сразиться за главный приз. Так, ну что, наверное, будем вот это вот столкновение. Блин, столкновение. Трындец. Я офигею. Орнитохейрус, Тиранодон и Тропиогоптер. Ну и как я тут буду с вами драться? Против них обычно, ребят, нужно кто? Травоядники, да? Которые могут наносить им офигенный урон. Но травоядники. Я, конечно, могу попробовать вот этими поиграть, но я что-то не совсем уверен, что у меня здесь получится с ними справиться. Вот в чем беда-то вся. Ну ты посмотри, 1500, а у меня урон всего 272. Причем это такой, так сказать, максимальный урон. Ладно, будем брать бонусами. Давай, атакуй меня. Отлично. Так, ну нам, наверное, лучше все-таки сменить. Или как? Блин, неохота менять-то. Давай, наверное, еще возьмем с тобой. Давай так сделаю. Угу. Не стал ходить, да? Раз, два, три, четыре, раз, два. Попробуем так. Он брал одну защиту. Так, ну что, будем наказывать тогда? Пора, друзья мои, пора. Сколько там у него? Три, да? Чтобы 1500 мне нанести. Вот так вот я сделаю, наверное. И два бонуса. Посмотрим. Блин, не пробьем, да? Оу! Выбили его из колеи. Так, Птеранодон. У него 1280. Атаки будет чуть-чуть, наверное, побольше, да? 245. 6 очков. Сейчас ушатает мне, скорее всего, Эрликозавра. Да-да-да-да-да. К сожалению. Ну что же, давайте ты, родной. А если мы все сольем, мы его сможем победить? Попробуем. Ну давай, все солью, фиксим. Так, и остается у нас вот этот вот Тропиогоптер. Неужели все, все, ребята, сливает чувак. И, по-моему, нас, да, уничтожил. А у нас всего лишь 4, да? Это будет 500. Блин, мне кажется, у нас не получится, ребята, его бомбануть. Я, наверное, сделаю следующее. Раз, два. Раз, два. Вот так вот. Отлично, все, ему кранты, ребята. Ему должны быть кранты, потому что у нас 6 очков. Все это, естественно, я сливаю в атаку, и сейчас мы его должны пробить. Но это только первый поединок. Что там на втором будет, я пока даже не знаю, ребят. Молодцы, здесь справились. Но, по-моему, опять будут летуны. Блин, ну как вот мы будем с тобой драться тогда с этими летунами, а?
Давай посмотрим. Нет, здесь у нас... Ага, соляночка получается. Ихтиостега. Ну, против него можно, в принципе, взять Эдиоморфодона. Против Аморгозавра можно взять Алангозавра. Или даже Тиранозавра. Офигеть, 500 атаки. Это люто. Ладно, давай возьму Алангозавра. И против вот этого Тиранозавра мод 2 мы возьмем с тобой... Придется брать Диплотатора. Хотел взять Нудазуха, но такой посмотрел на его атаку и передумал. Так, здесь явно надо сразу бомбить. Давай. Он сейчас будет вот этого 100% брать, у которого 500 к атаке. Вот как пить дать будет брать его. Оу, 750, серьезно? Так, ну тут ясно, что надо менять, блин. Давай вот так вот. Даже здесь у него 250. Он сейчас может ушатать, кстати, нас, если все сольет вот так. Нет, он меняет. Тиранозавр мод 2. Блин, мне совсем не нравится, что у нас тут происходит. Вот что вот мне сейчас, вот что прикажешь делать? Давай я попробую слить все. Ну хотя бы здесь убрали этого охламона. Так, давай посмотрим теперь Ихтиостега. Блин, 520 к атаке. Ух. Плюс 5 бонусов. Так, сколько ему нужно слить? 3. По любаську надо сливать 3. Соответственно, мой Эдиоморфодон его сейчас вырубит. Сколько там нужно? 2 атаки, по-моему, да? Сделать. Я сделаю 2 атаки и 2 бонуса. Твою дивизию! Он сейчас поменяется. Меняет. Так, ребят, ну тут понятно, да? Что надо делать вот так вот. Да и, наверное, все сливать. Чертовой бабушке. Да, ему крышка. Так, ну что, Ихтиостега, 780 к атаке. 2 бонуса ему в любом случае придется слить. Остается 3, да? Но он сливает. Ну да, остается 3 у него, ребят. А у меня 4 всего лишь. Короче, сделаем немножко по-другому. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Смотри, 3 защиты взял. Абсолютно ничего не стал делать, да? Ну что, я тогда атакую, ребята. Все, мы выиграли здесь. Фух, напряженные поединочки, но, как видишь, результативные. В общем, выиграли. Нам еще один поединок нужно одолеть. Давай глянем, что здесь у нас. Опять Ихтиостега, Саркозух и Нудагозавр. И это все рептилии. Раз, два. Сколько? 3. Ай да. Я думаю, что мы летунами сейчас просто тут разрулим ситуацию по полной программе. Здесь никто им не поможет. И никто их не спасет. Обалдеть. 791 к атаке. Это вообще ништяк. Ну что тут сделает? Ну я не знаю, ребят. Атаковать столько будет. 2 слил, да? Значит, мы с тобой следующим образом делаем. Атака плюс бонус. Готовченко. Сколько? 267. Он сейчас сливает 2 свои атаки. И одну. Роднулька. Так, у него... Блин. Так, одну оставил он, да, себе на запас. Одну он себе оставил на запас. Это я тебе точно говорю. Все. Победа здесь за нами, друзья мои. Этот хлыщ не вытянет 39 уровня. Нудагозавр.
Ну, Дота ты, а не Нунгодозавр. Так, Эдиуморфодон, его, поверь мне, ушатает сейчас. Правда, у него 2287 хп, но... У нас сколько? 5 атак? Да, сейчас будет 5 атак, и... Ой, как ему не сладенько сейчас будет. Мы его ушатываем, конечно же. Все, ребят. Это круто. Это круто. Круто, что мы с тобой победили. Ну и, соответственно, получаем нашу сладкую, вкусную награду. Дайте мне легенду, пожалуйста. Дайте мне легенду. Легендарную карту. Плиз, 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 плиз. И это... Ёлки-малки. Это, ребята, кранозавр. Это новинка или у меня уже был кранозавр? Что-то не показали, что это, типа, новинка. Значит, видимо, он у меня был. Сейчас, в принципе, это можно проверить как. Легко. Заходишь сюда. Даже не так можно сделать. Это можно сделать чуть-чуть попроще. Заходишь на рынки, все существа, берешь водоплавающие и смотришь. Кранозавр, да? Вывести. Значит, он у меня... Ага. Значит, он у меня все-таки есть. Давай тогда сберем. Это у нас Капразух. Собственной персоны. Следующий там у нас... Ага, это у нас две стеги. Стегозавр 2. Так, сюда его. А я выведу... Пока вот этого вот. Кранозавра. 3 дня 18 часов будет выводиться. Ничего себе. 3 дня 18 часов. Долго. Так, а здесь-то у нас созрел или нет? Как ты долго, а, прокачиваешься? Да что ж так... Да, ребята, очень долго он почему-то у нас прокачивается. Ну что, мы с тобой тогда двигаемся дальше. Смотрим, что у нас тут. Битва — это погружение в бой. Эволюционная борьба. Ну, давай посмотрим. Любые животные только гибриды, что ли? Трындец тут у него, конечно. Зухамим, спинораптор. Я, ребят, не смогу здесь... А с ним я не смогу справиться. Так, а у нас по заданиям что там еще нужно сделать? Ага. Ускорение-то понятно. Собрать моды. Моды давай соберем с тобой быстренько. Давай-давай, Чарли. Не ломайся. Быстренько мне давай свои моды и все. И выпадает нам с тобой боевой дух. Еще давай тогда. Что ты мне подкинешь? Шипы. 50% ответки, да? Так, ускорение и в канализацию. Вот, пошли в канализацию. Сразу же выполним сразу два задания. Так, ПВП. Да нет, 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 это я знаю. Да ёк-макарёк. Вызов. Раз, два, три. Упс, денег нету. Придется за рекламу. Давай попробуем. Гигантский олень. Нифига себе, гигантский олень. Да какой же он гигантский? Он маленький. Ну, по сравнению с моим-то существом. Так, что-то он задумался. Что задумался-то? Бомби или... Бомбить решил все-таки, да? Ну что ж, гаденыш, ты этакий. Так, амфицион, да, у меня? По идее, как бы преимущественно бомбит. Ну давай я сделаю вот так. 740, да, у тебя, значит, хп. Блин, очень много мне нужно бомбить, конечно. У него все животные... Хорошо, бомбит. Амфицион, мне кажется, здесь, наверное, не зайдет. Или зайдет. Может быть, мамонта мне лучше взять. Давай я возьму мамонта. Раз, два, три. Топчется на месте. Одна атака. Уже шуганулся, да, короче?
Ну что, пора теперь нам с тобой выносить им мозг. Раз, два, три, четыре, пять. Бонус. Прикрылся, да? Вынесли чувачка. Так, следующий олень. Гигантский. Ну-о-о-о. 320 катаки, ребята. Как вам такой сюрприз? Ему две атаки нужно в любом случае тратить. А он тратит три. Все, значит, мы его с тобой сможем сейчас уничтожить через вот этого вот. Надеюсь, что сможем. Не получится, ребята. К сожалению. Ну что это, 187 к атаке. Плюс у него, конечно же, стоит защита. Не получится ни шиша. Видишь, 53 мы ему все-таки оставили. ХП. Амфитрион не справится тут вообще ни при каком раскладе. Откуда они этих оленей понабрали, а? Ушлепки несчастные. Скажи-ка, вот мне на милость. Ну что, вот, амфитрион. Я понимаю, что тебе нужно сделать две атаки и, наверное, две защиты. Другого варианта нету. Пума это выходит 28 уровня. Ох. Сумчатый лев даже. 229 к атаке. Плюс у него 5 очков. Да, конечно, распишет, ребята. Все на слив сейчас пустит. И как ни крути, мне не устоять. Фига, он там хвостом крутанул. Ничего удивительного здесь нету. Но моя цель была что? Отыграть всеми разными классами животных. Конечно, если бы я победил, было бы еще лучше. Но основная задача поставленная выполнена. Давай забирать с тобой награды. Раз. Два. Теперь ускорение еще. С ускорениями, ну, что я могу предложить? Ребят, единственное, это, конечно же, битва за главный приз. Поехали. Лига детенышей. Ну, чего такое-то? Подожди, вы будете мне давать других-то животных? Вот, давай потихоньку, потихоньку. Что же тут так еле-еле, во, раскочегарилось. Ну что, начнем с самых-самых простецких, я думаю. Самых простецких. Ну, возьму, наверное, гигантозавра здесь. Возьмем капразуха. И возьмем кецалькоатль. Вот так вот. И все это придется через рекламу делать. Опять куда-то у нас вечно с тобой теряется музыка, непонятно. Стегоцефал, ютараптор и кто-то там еще. Ага. Стегоцефал против нас. Ну, тут понятное дело. Берем вот так вот. А он сейчас вот этого возьмет. Возьмет же? Конечно, возьмет. Так, а мы с тобой вот этого тогда возьмем. И бомбанем. Вот так вот. Ну что, ютараптор вышел. Шансов, конечно, тут вообще у него мало. Даже нету, на выживание нету. Но то, что он взял стегоцефала, он думает, что он ему поможет. И я сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. Ага, он копил бонусные очки, понял. Ну давай посмотрим, что он будет делать. Все сливает, тогда мы ему... Тогда сливаем все мы. Дьюс. Офигеть, мы его там кусанули. Так, стегоцефал отдуплился. Кстати, вот стегоцефала у меня еще нету. Ну и что, ютараптор, друзья мои. 8. Даже, ну ему, блин, все слить, чтобы моего подбить. Ну а там, естественно, капразок его растеребунькает. Все, ты доволен с собой. Теперь лови плюшку от капразуха. Этого достаточно. Ну вот, первая победа за нами, ребят. Довольно легко все и просто было. Нет, капразух точно похож на волка или на собаку с мордой крокодила. Да, нас там. Из детенышей мы попадаем с тобой на выживших.
Спасибо, сразу же. Видно, лига только началась, поэтому у нас такой быстрый скачок происходит здесь. И дают нам с тобой что? Монетки. Ну, как раз то, в чем я больше всего и нуждаюсь, да? Именно в монетках. Так, я хотел здесь вот задание забирать. Так, ну и продолжаем с тобой нашу эпопею. Битва, конечно же, битва, схватка. Так, опять здесь, да? Еле-еле все это двигается. Нет, все вроде бы раскочегарилось. Так, ну мы с тобой уже перешли в другую, как бы сказать, лигу. Поэтому противник здесь уже будет чуть-чуть посильнее. Поэтому возьмем, наверное, так, так. И нужен мне один вот. Таким вот образом. Ну, покажите мне, пожалуйста, моего противника. Ох, ё-моё, фига себе. Блин, а у меня есть, конечно, кто может ему противостоять. Давай попробуем поменять. Блин, а он сейчас, наверное, вот этого возьмет, да? Скорее всего, поменяет. Не стал. Он, друзья, не стал почему-то менять. Не знаю, с чем это связано, но я сделаю вот так. Он тоже взял бонусных очков. Две штуки. Ну, допустим. Так, что-то не нравится мне вот это все, что он там хочет сделать. Блин, как быть-то? Давай я вот так вот сделаю. И раз, два, три. И вот так. Три защиты взял, прикинь. Блин, атакует и вырубает. Плохо, ребята, все это. Очень плохо. Все это плохо, потому... Сколько? Он все слил, да? Он слил абсолютно все. Поэтому, ребята, сейчас мы его наказываем. 600. И делаем следующим. Раз, раз. Угу. Так, выходит Тропиогнат. 105 атаки. 4 бонуса. Если сейчас все сольет, естественно, побеждает. Угу. Вот так он делает. Ну что же, нам придется сделать вот таким вот образом. И все, бомбить. Допустим. Он все очки оставил вот этому, да, скалозавру. 8. Три сливает. 5 оставляет. 5 оставляет. Блин, не получится у меня его, наверное, шварнуть, друзья. Раз, два. Раз, два. Давай так попробуем. Ты гаденыш. Он 5 защиты взял, прикинь. Так, ну что мы с ним можем сделать? Попробовать атаковать его. Раз, два. Три. Раз, два, три. Так, 7. Все, ребята, если он сейчас 7 врежет мне, кранты, конечно же. А он сделает так. Ну, я бы сделал именно так. А что терять-то уже? Ну, вот так он и делает. Да. Не ожидал немножко. Надо было все-таки его атаковать и все. Ну, кто же знал, что он именно взял защиту? Ой, защиту один, а остальное все на бонус опустил. Если бы я бы пробил бы, то... Мы бы с тобой бы его одолели. Но на самом деле здесь немножко неправильно пошло, потому что мы всего лишь в Лиге Детенышей, да, и там уже такую имбу воткнули. Да, ладно, давай я возьму вот так. Так. Пастазуха не будем брать, наверное. Вот так вот. Ну, показывайте мне. Вот, смотри, как раз идеально, ребята. Идеально. 120, да? Ну что, Гуанлунь, ты готов? Блин, у него этот хмырь там есть, смотри, видишь?
На тебе. Будет менять, наверное, на этого, да, скорее всего. Окей, а мы с тобой на тропиагната поменяем. Вот так. И бонус возьмем, конечно же. Че, ему только топижару, наверное, брать придется. Ну а че? Другого варианта я не вижу. Да, он берет топижару. Ну что? Атакуем, да? 81, да, я думаю, что все на слив идет. Ему кранты. Чпокс. Ну, естественно, он сейчас все будет вливать в эту черепаху свою. Сколько там бонусов очков у тебя? 2, пятерочка, да, получается? Ему нужно 2, 3, 4, 4 атаки сделать. Угу. Вырубил, малорик. Так, ну что, теперь наша очередь его бомбашить. Ну-ка. Так, 118 хп оставили мы ему. Так, ну ему нужно потратить 2 атаки. Он тратит 3. Ну что, главную не его добивает сейчас. С каким-то, я не знаю, горем пополам надо его добить еще. Раз, два. 3, наверное, вот так вот нам надо будет делать. Да. В плане, блин, ты не добил его. Какого хренуса, блин? Почему он не добил его? Да. Это тупейший фейл, ребят, который я видел когда-либо от себя. Просто тупейший фейл. Не добил черепаху. У меня же все было просчитано. Я же знал, что у него одна защита стоит. Почему? Пипец. Да, лига называется только началась, я не могу вообще сдвинуться с нее. Так, ладно. Надоело, ребята, проигрывать. Ну, что вы мне подсунете здесь? Так, ага. Летающий. Так, смотрим. 110, да? Ну, что, возьму я, наверное, топижару тогда уж. Вот так. Только не надо вылетать, а? А она взяла и вылетела. Чёртова игра, а? Все что-то через задницу идет. Все, все поединки, все. То сливы, то... Просто выкидывает. Прикинь? Это, получается, все мои динозавры, которые... Да, они... Ну, типа, якобы отработали, да? Так оно и есть. Я офигею. Так, давай возьмем вот таким вот образом и вот таким. Так, опять. А где, где реклама? Я даже не... Все, кончились, да? За рекламу, блин, просмотры. Да, я так понимаю? Да. И что вы мне прикажете тогда делать? Ничего. Режимов больше никаких у нас нету. Все, мы отыграли. Здесь я не пойду. Бомбиться это бесполезно, ребята. Все у меня самые мощные мои динозавры находятся на откатах. Что-то как-то не задается у меня в последнее время игра, ребята. Слишком коротко получается, да? Кстати, мы с тобой что-то тут не доделали или все у нас тут? А, ускорение. Так, ну ускорение, я думаю, что можно здесь быстренько сделать. Это вот на битве, если брать схватки, то самые первые... Ты будешь проматывать-то. Самые первые динозавры, они у нас уже должны, в принципе, пойти на откат. Так, тут 27 минут. Давай-давай-давай, самые-самые-самые первые. Так, тут 13, 13. Вот это вот, по-моему, можно без... Даже здесь не хватает. Это издевательство самое натуральное, друзья. Просто самое натуральное издевательство. То есть это вы хотите сказать, что я должен посмотреть рекламочки, да?
10 минут в минус, хорошо. Бесплатно. Так, где у нас там еще? Вот это, да? То же самое, бесплатно. И вот здесь бесплатно. 3 ускорения я сделал. Поэтому уж извините, я забираю свою награду полностью. Так, и здесь открываем. Давай, давай, не жмись. Еда, еда, 35 долларов и колесо обозрения кругозор. Плюс 95 очков доверий. Ну вот и прекрасно. Что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.